Гродненщина готовится к масштабному празднованию священных дат. 75-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 74-й годовщины Великой Победы. Наш святой долг – сделать все возможное для улучшения условий жизни наших ветеранов, благоустроить памятники и воинские захоронения. Кроме ремонта монументов, обелисков и братских могил, а их на территории нашей области сотни, на Гродненщине ожидается целый комплекс праздничных мероприятий, многие из которых пройдут с приставкой «впервые». Чтобы о приближающемся знаменательном событии помнил каждый от мала до велика, 20 апреля на всех информационных ресурсах Гродненщины будет запущен обратный отсчет времени – 75 дней до 75-летия освобождения нашей страны. Мы планируем, чтобы объединить два мероприятия – День Победы и 3 июля, День Независимости. Планируется, что военная агитбригада будет работать у нас с 5 мая по 3 июля. Во всех районных центрах, в основных населенных пунктах будут проходить концерты, мероприятия, посвященные независимости нашей страны. Праздничные мероприятия, посвященные историческим датам, пройдут во всех уголках Гродненщины под общим девизом «Дневник солдата-победителя». Была битва и была победа. Тема свободы и независимости будет раскрыта через призму воспоминаний о периоде жутких испытаний и немыслимых потерь. Все агрогородки, села и города Гродненщины в памятный день объединит акция в 6 часов вечера после войны. В память о погибших одновременно на самых разных площадках области пройдут театрализованные действия и концерты с единым сценическим образом. Также всем регионам исполним и вальс победы. Заседание Организационного комитета по проведению праздничных торжеств в честь 75-летия освобождения Беларуси и 74-й годовщины Великой Победы в Гродненском облсполкоме прошло впервые. Следующая встреча состоится через месяц.